Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в станице Дмитровской, и я Маслов Николай Николаевич. Вот решил записать очередное видео. Сегодня у меня событие такое ежегодное. Сегодня мне исполнилось 56 лет. Всю жизнь я занимался трудом, который всегда считался самым мирным и самым добрым трудом. Всю жизнь я работал в сельском хозяйстве и выращивал хлеб. По сегодняшний день. Вот собралась моя семья. Вот сидят наши девчата сзади. Будет у нас семейный, скромный семейный ужин. Это вот дочь, невестка, две внучки, жена. Вот там сын и зять. Дожаривают шашлык. Вон они. Вот это наша техника и все, что нами нажито, и мною в том числе, за 56 лет. Но сегодня это все находится под большим вопросом. Сегодня складываются такие условия, не только экономические, а именно вот хозяйственные условия. Все, кто смотрели ранее наши ролики и видео, должны понимать, на сегодня очень остро стоит вопрос вообще с землепользованием и как таковым сельским хозяйством в малых ее формах. Вот этот комбайн в 2020 году мне поджигали. Было у нас еще два новых КамАЗа, которые пришлось подать. Один из них тоже поджигали. Из ранее выпущенных роликов вы должны знать, что на меня организовывали покушение на убийство. И все это из-за нашей кубанской земли, которая, в принципе, наверное, одна из самых таких доходных земель в России. Буквально не так давно, в роликах это тоже имеется, мы попали в очередной раз на прием к уполномоченному по правам человека при президенте Татьяне Николаевне Москальковой. 27.06.2023 года мы были на личном приеме. Куда мы на личный прием привезли кучу документов. Был также прямой свидетель, который давал в том числе непосредственно при Татьяне Николаевне показания, что ему неоднократно поручали организовать покушение поджога моей техники, нашего хозяйства, покушение на мое убийство. Также мы передали целый пакет документов, доказывающих, что через суды Хахалевско-Черновская вот эта система судебная, порочная, выработала схему по препятствию людей и простых жителей, селян, к земельным ресурсам, которые им были наделены. То есть фактически ихними усилиями было заблокировано действие 101 ФЗ, которое на сегодня продолжает. Значит, позавчера, 27 числа, было ровно 2 месяца после нашей встречи, личного приема прошло. И почти 3 месяца прошло, как представители аппарата уполномоченного из московского офиса приезжали к нам сюда, в наше поселение, и проводили с нами встречу, и также приняли пакет документов за эти практически 3 месяца. Никаких положительных результатов не произошло. Я на сегодня, ну, как бы имею доступ к нескольким сотрудникам, прямой доступ к нескольким сотрудникам аппарата уполномоченного. Значит, есть у меня мобильные телефоны, есть линейный телефон обычный, на который на сегодня, в принципе, сотрудники перестали реагировать на мои звонки, на мои сообщения. Я на все эти телефоны ихние, которые имеют WhatsApp, пересылаю ролики, которые мы записываем, пересылаю информацию с отписками, которые к нам приходят. Значит, есть такой там Ромашин Алексей Алексеевич. Значит, он мне передал, значит, мы, безусловно, когда были на приеме, и официальные обращения писали Татьяне Николаевне, которые были зарегистрированы,
Вот он мне, значит, прислал номера регистрационные, значит, КЛ-527, это обращение наше, от 27.06.2023, и КЛ-527 от 20.07.2023 года. Честно говоря, подозрительно, почему под одним номером, но от разных дат обращения. У меня, как бы, ну, возможно, у них такая, так положено у них, возможно, чтобы меньше путаться, наверное, от одних людей, возможно, на один номер обращения они делают. Но дело в том, что прошло почти 3 месяца, и за исключением вот такого вот письма информационного, я его даже зачитаю, что вот: уважаемый Николай Николаевич, Игорь Николаевич, на ваши жалобы, поступившие уполномоченному по правам человека Российской Федерации, сообщаем, что на основании положений Федерального конституционного закона 26 февраля 1997 года номер 1 ФЗК об уполномоченном по правам человека Российской Федерации для проведения проверки изложенных вами доводов уполномоченным направлены соответствующие обращения прокурору Краснодарского края Табельскому и директору Федеральной службы судебных приставов, главному судебному приставу Российской Федерации ДВ Арестову. О результатах вы будете уведомлены. Это, значит, информационное письмо от 1 августа 2023 года. На сегодня уже вот прошел еще один месяц уже после этого письма. Никто с нами не связывался. Никто к нам не обращался. Ни к нам. Никуда нас не приглашали, никто не звонил, и никаких действий или мероприятий с нами не проводилось. За исключением, приходят уйма, десятками всяких отписок с разных инстанций, начиная с Следственного комитета, прокуратуры, администрации всяких. В общем, приходят отписки, которые, ну, не меняют положение. Как у нас была техника под арестом, уже практически более полугода она находится. Единственное, что нам разрешили ее пользоваться, но она находится под арестом, и топор занесен над ней. Над нашей экономикой топор занесен. Несмотря на то, что нам практически на 2 месяца весной во время посевных и поуходных работ вообще заблокировали работу хозяйства, мы выкрутились частично выплатили все долги. Ну, пока еще, я думаю, что мы будем выкручиваться. Надеемся выкрутиться. Безусловно, нам помогли. Многие помогают, конечно, наши коллеги. Ну, дело в том, что суды так и продолжают. Судья Жеребор, он продолжает судить человека, который уже более года как умер, а он год его судит. Продолжают выноситься судебные акты как в первой, так и второй, так и третьей инстанции. Никто не вмешался в этот судебный беспредел. Несмотря на то, что вот именно вот в этих обращениях, которые мы подавали и зарегистрировали в аппарате уполномоченного, мы там конкретно указывали, что мы просим и спросить из архивов уголовные дела, возбужденные еще в 2020 году, по поджогам нашей техники, которые на сегодня необоснованно приостановлены, несмотря на то, что мы знаем и заказчика, и исполнителя, все дали показания, но они необоснованно, мы считаем, приостановлены. По крайней мере, это мое такое, я так считаю. Мы просили аппарат уполномоченного спросить эти дела, сделать анализ их и придать движение, если посчитают, что там чего-то неправильно в этих уголовных делах. Также проводились 2 доследственных проверки, которые на сегодня тоже неизвестно, то ли они приостановлены, они то приостановят, то возобновлят. Неизвестно до следственной проверки Следственный комитет по покушениям на наше убийство, а также и на нашего главного свидетеля. И так же самое мы просили и передали в том числе несколько судебных решений, которые, по моему глубокому убеждению, и все юристы, которые читают, в том числе даже и вот когда приезжали с аппаратом Москальковой сотрудники и юристы ихние, они как бы в беседе согласились с нами, что это просто беспредельные судебные решения и судебные акты. Мы передали их тоже с просьбой
также и спросить их, эти судебные акты, и дать в экспертный отдел, исследовать их на правильность правоприменения судом законов Российской Федерации, в частности 101 ФЗ, которым мы уже около 10 лет, и большинство наших собственников и граждан не могут воспользоваться. Ну, безусловно, аппарат Москалькова или кто бы то ни было не имеет особо, значит, таких полномочий вмешиваться в деятельность суда, чего мы и не просим вмешиваться в деятельность суда. Мы просим всего лишь исследовать наши действия. Правильно ли мы применяли 101 ФЗ? Есть ли какие-то у нас нарушения? И если правильно, то сделайте, дайте аналитическую записку, свое заключение. Передайте это заключение в органы, которые компетентны заниматься судебной системой и проверкой их. То есть ФСБ, контрольное управление президента, в Совет судей, в Госдуму, в конце концов, можно обратиться. Если будут обнаружены, а они там явно присутствуют, причем они присутствуют, ну, просто в вопиющем случае, вопиющая такая ситуация, извращение законов и неправильность правоприменения их судьей Жеребором именно и другими судьями. И всего-то лишь. Ну, я не знаю, по какой причине перестали со мной выходить на контакт, значит, сотрудники. Возможно, они принимают мои упреки как личную обиду. Я перед вами хочу попросить прощения, извиниться. Возможно, я где-то когда-то был, может быть, неосторожен в высказываниях и чем-то вас обидел. Но извините меня, вот я еще раз повторюсь, вот сзади меня сидит вся моя семья. Моя семья уже в 12-м поколении, мои внучки, в 12-м поколении жители этой станицы. И еще ни один практически, ну, наша фамилия не утратила своих, в общем-то, наша фамилия не утратила себя здесь, в этой станице. Но на сегодня вопрос стоит, что нет перспектив ни у моих детей в дальнейшем, нет перспективы у моих внуков. Чем дальше жить, работать, зарабатывать и обеспечивать будущее себя и своей семьи? Нет такого понимания, поскольку земля у нас единственный ресурс, позволяющий здесь у нас жить, работать и создавать и что-то развивать. Другого ресурса у нас здесь нет. А нас этого ресурса на сегодня лишают. На сегодня мало того, что нам препятствует в увеличении земельного клина уже около 10 лет, но последние 2 года у нас стоит на сегодня вопрос, что 2 участка, уже и ранее выделенные нами, использованные, пытаются отнять у нас назад. Значит, что еще? Мы всю эту информацию по земельному беспределу, которую я считаю самой главной причиной всех вот этих вот наших бед и главной причиной дальнейшей возможных трагедий, которые уже начали происходить. Еще в августе 2016 года мы с огромным количеством фермеров и собственников организовывали тракторный марш на Москву. И причиной этого марша были всех этих протестных действий. Именно вот земельные споры, земельный беспредел, устроенный тут у нас на юге России. После этого аппарат уполномоченного вмешивался, конечно, присутствовали, мы им за это благодарны. На нас было организовано уголовное преследование, благодаря Татьяне Николаевне Москальковой мы смогли избежать этого уголовного преследования, его против нас прекратили. Но главная причина, она так и не была решена, причем на сегодня она все более и более усиливается. Судьи, видя, что не последовало никаких действий даже после нашей встречи в аппарате Москальковой, ни к ним не поступило никакой информации реальных действий, судья Жеребор вообще начал вообще беспредельничать по полной. Ну и на сегодня, в общем-то, произошла цепь событий, таких же, как и у меня, поджогов, ну, по многим регионам России. Буквально вот 23 числа в Алтайском крае Алексею Бутырскому с семьей сожгли 4 трактора, 3 комбайна.
произошла просто трагедия. Фактически человеку уничтожили всю технику. Такой же поджог был еще там у одного хозяйства в Алтайском крае. Такая же проблема земельных споров стоит у нас на сегодня. В селе Малые Егуры Туркменского района Ставропольского края там 240 человек, собственников, лишают права использовать принадлежащего им имущества, то есть земли. Такая же проблема стоит. В Орловской области есть фермер. Такая же проблема стоит. В Приморском крае, в Красноярском крае. То есть, если не решить сейчас это, ком этот будет снежный расти и расти. И в дальнейшем этих трагедий не избежать. Ну и, соответственно, перед своей семьей я несу огромную ответственность. И я обещаю, что я свою борьбу не прекращу. Вот дождемся. Сейчас у нас подходит уборочная подсолнечника и кукурузы. Как уберем кукурузу, я соберусь сам. Ну и еще и ставропольские фермеры собираются, и еще-то. Ну, в общем, все, у кого возникли такие проблемы, приедем к вам туда, в Москву, и будем ходить к вам, к аппарату уполномоченного Москалькова и Государственную Думу через день по очереди. И дежурить у входа до тех пор, пока нам не дадут конкретного, значит, конкретной результата не дадут. Не скажут нам, если мы в чем-то не правы, мы готовы нести ответственность. Если же мы правы, то обеспечьте нам и исполните свою обязанность. И обеспечьте нам наши гражданские права и свободы. А мы уже, безусловно, уверяю вас, лицом в грязь не ударим. И то, что зависит от нас, исполним в полном объеме. И стыдиться за нас будет некому и не за что. Да и на сегодня этого нет. Вот у меня на сегодня пока все. До связи всем.